Те наши пациенты, у которых большая уже большой архив, так сказать, истории болезни, они могут не волноваться. Эта карта будет, мы никуда ее не денем, она будет в поликлинике, она будет всегда иметь возможность быть поднята к врачу по мере необходимости. Но сейчас все учреждения, которые будут в электронной карте работать, занимаются тем, что составляют краткий переводной эпикриз. Ну, я бы так сказала, конспект истории заболевания каждого пациента, чтобы это уже было в электронной системе. Уже если подписано электронной цифровой подписью, если врач уже подписал, то внести какие-то изменения уже в электронную карту невозможно. Никаких почисток, потирок в системе уже не будет. То есть запись сделана, она подписана уже электронной цифровой подписью врача. А вот этой электронной медицинской карты тоже можно это показать. Имеется возможность без бумажного направления на анализы в централизованную лабораторию, которая сейчас есть у нас в трех больницах. Это в областной больнице первой, в Тобольске и в Шиме, куда в централизованную лабораторию свозят анализы. Забор ведут в поликлинике, кровь увозят в централизованную лабораторию. Там проводят анализ, и результат выкладывается в информационную систему, и на следующий день врач уже у себя в амбулаторной карте пациента видит результаты этих анализов.